Из-за миграционных указов Дональда Трампа в США не приедут не только путешественники из 7 стран, попавших под ограничения, но и из многих других стран мира. С такой оценкой выступила испанская исследовательская организация Forward Case. По данным аналитиков, за период с 28 января по 4 февраля общее число забронированных билетов на авиаперелеты в США снизилось на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Ежегодно в мире путешествуют 1,5 миллиарда человек. Глобальный рынок туризма расширяется на 5% ежегодно, потому путешествия сегодня стоят на треть дешевле, чем 10 лет назад. Число бронирований из стран, на которые распространяются ограничения, снизилось на 80%. Спрос на Ближнем Востоке снизился на 37,5% и на 14% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исследование компании Forward Case было проведено на основе анализа 16 миллионов посадочных мест на самолеты в США, забронированных через ведущие системы по резервированию авиабилетов.